Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тагир Скиф, у нас Диабло, и нам, по-моему, мне, насколько я помню, надо вернуться в город за этими, как они называются, скупиться, короче, немножко. Не-не-не, вернись. Лекарственных препаратов накупить, наркотиков, одним словом. А то нечем хилиться уже. Так, вот к тебе мне прям надо. Так, покупка. Напиток исцеления без дополнительных параметров, который подороже. Да. Да? Ой, не то нажал. Ну да ладно. Это 150, а есть еще дороже. Напиток полного оживления без дополнительных параметров. Это как это оживление? Это типа если я умер, то мне такого не хочется. Давай просто целебное зелье. То вот это еще надеется на то, что я оживу после смерти. Я лучше буду не умирать, чем потом оживать. Окей. Все, до свидания. Уходим обратно в подземку. Ты-ды-ды-дын. Так, чем мы тут, на ком мы тут остановились? Какое-то странное местечко. Получен знание магии. Я думал, эту штуку можно уничтожить. Получено знание магии. Что это значит? Что бы это ни значило. Нужно сохраниться. Так, а тут нету прохода. Какое-то замкнутое помещение. Ладно, уходим. Так. Где мы еще не были? Кого мы еще не кусали? Тут вроде уже всех побили. Не уверен, что это так, но вот вообще совсем маленькое помещение по большому счету. На карте, во всяком случае, как посмотреть. Я, наверное, уже всех положил в прошлой серии. Тут вообще-то должен быть проход. А, там между стен. Зачем ты его взял? Броня 3, броня 17. Да, он визуально, конечно, может и красивый, но... Но мы же сюда не за этим пришли. Так, и тут я был. Окей, ну. Подгорел немножко, дружочек. Ну да, тут совсем маленькая. Так, это мы где?
Это мы туточки, уровень 6. Отток. А тут какой был? Зал костей. А, это просто. Это было практически просто. Чтобы знать, куда нам теперь надо идти дальше. Так, придется сейчас все обследовать, расследовать. Без конкретных целей и указателей. Так, ну вон есть две лестницы. Одна наверняка вниз ведет, одна наверняка вверх. Сейчас разберемся. Так, уровень 5, это вверх. Это нам не годится. Не сейчас. Ну, что тут за дверца такая? Интересная. Тут стена проломлена рядом. От слова совсем. Вот это вниз. Уровень 7. Вон тут я еще и не был. Не, не. Давай золото свое. Киборг. Не тебе. Ой, какой ты кислый. Кислый и немного тухлый. Бей его. Угу. Блин. Опции. А чё я... Ага, я уже просто все. Это я завтыкал. Вот это я завтыкал. Так, уходим отсюда. Я оказался не готов к такому напору вражескому. Зал костей, говорите, да? Что-то я расслабился. Надо сейчас в другую сторону пойти. 38 золотых, а что это они тут валяются бесхозно? Уходим из вашего зала костей. Нам там не понравилось. Взяли дверцу, закрыли передо мной. Перед героем своим. То, что так делает. Так, сюда. Заворачивай сюда, дружище. Так, наверное, немножко в другую сторону пойдем. Это там где-то меня слишком быстро. Так, где тут наше меню записать? Слишком быстро отправили погулять. А, нельзя тут остановиться. Смотрим, что на сабле нарисовано. Сабля, урон 1.8. Нет, нам такая сабля не нужна. Извините, конечно. Мы не хотели вас обидеть своей брезгливостью. Портал города. Пригодится. Ой. Уходи с этой точки. Бей этих минотавров.
Рогатый демон. Ну да, какой же он минотавр, если у него так много рогов. Ой, один рог, в смысле, только. Ты плевака. Не надо там стоять просто. Так, подожди, я эту кнопку нашел. Руц Ускут. Швидсфон Эфшбутфуртфшот, это написано. Пользуйтесь курсорными клавишами и X-выход. Гр и души. Идзу и гду дгу. Обалдеть. Всех убить. Блин, они этими ядами своими портят мне доспехи. Они долго валяются. Не уж. Так, кого там щит? Ну. Чё ты не исчезаешь? Что у меня сломалось? Так, другая прочность. Что значит другая? Уникум. 30 сила. Что значит другая прочность? Еще скажи, что я этот щит не могу отремонтировать. Блин, как-то неинтересно так жить. Что-то непонятное произошло с моим щитом. Все-таки мне придется идти туда, да? Другого хода нет. Не, ну они в принципе убиваются легко, просто что, наверное, много урона мне наносят своим рогом этим. Умри. Я сказал, умри. Да умри же ты. Я опять не успел. Как это у них происходит? Как это у них получается такое? Турун-дун-дун. Вот это да. Что-то они слишком быстро меня убивают. Не тебе. Кто следующий? И тебе, на, и тебе. Все, согрелся на меня, иди сюда. Посмотрим, как, какой ты смелый один на один. То толпой вы, конечно, меня мокрушить умеете. А по одному. А по одному не так, да? Интересно это делать. Даже по два не сильно так получается. Хотя бьют. Ты очень драться будешь сегодня, чувак? Чё-то они вообще меня выносят, вот эти козлы.
Дайте хоть что-то мне интересное от себя. Подарите что-то. В плане мощного оружия. Или орудия. Так, что, зайдем в эту дверцу, посмотрим. Вот надо было ему сдохнуть прямо посреди дороги. Чтобы я вступил туда, хочешь? Чтобы мне стало больно? Не тебе. Гадюныш такой. Так, что тут у нас? Вот сюда какая-то дверца еще. Ох ты, стреляки такие. Левел ап, понял? Я теперь сильный, как никогда. Так, что мы? Сила, магия, ловкость, живучесть. Ловкость. Какой я уже уровень? 15. Не знаю, много это или мало. Круто это или не очень. Не тебе. Гадина. I can see what you see not. Так, не увижу я света, что мил мне без сна, без светов, скотина без молока. Женщины без стыда, мужи без отваги. Пленники без короля, леса без желудей. Море бесплодное, лживый суд старцев. Неправые речи Бреганов станет каждый предателем, каждый мальчик вором. Что бы это ни значило. Каждый мальчик вором. То плохо, когда каждый мальчик станет вором. Ой-ой, нет, это они меня сейчас убьют тут. Давай хоть по одному. Чтобы у меня хоть какой-то был шанс. Не выходи. Это что, босс какой-то? Блин, стали палой. Бей его. Ух ты. Если это был босс, то я его убил. Ой. Ой. Это мне уже не нравится. Тоже надо растягивать. Да убежишь ты меня. Сейчас опять придется в город за зельями лететь. Давай, маши. Двуручный меч. Бердыш. Нет, такое мы не носим. Я извиняюсь, дружище, но такое мы не носим. Так, это что такое? Свиток вспышки. Жезл голем. Зачем он мне нужен? Ну ладно, взял уже и взял. С него золото высыпалось. Хотел сказать, кто меня бьет, а потом вспомнил, что я наступил. Так, свиток вспышки. Читать, затем указать... Нужно 21 магия. Ладно. Так, что это? Книга «Огненный болт». Читать. Выучил. Прочитал. Жезл. Голем. Урон 4-8. Прочность
Заряд не опознан. Нужно 81 магии. Не, жезлами мы не пользуемся. И там это мы тут все бросим. Так, надо поремонтироваться. Почему он щит не ремонтирует? Я вообще не понимаю. Что значит другая прочность? Ты заставляешь меня снимать щит, дружище? Это нехорошо с твоей стороны. Тяжелый меч. Это ж наверняка двуручный. Они 6, 15, 4, 8. Ну этот явно по уронистее будет. Хотя меня сейчас больше интересует щит. Не, я тебя понял, как это происходит, дружище. Тяжелый меч. Такой же самый. Сорок один шестьдесят. А, подожди, это другого цвета. Не опознано. 50 силы. Сейчас этот будет. Надо его опознать еще, типа. Да ладно, сейчас все равно в город полечу. Там я познаю. Ой-о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 й, дружище. Где мой полет в город? Дайте мне свиток. Портал город. Пошел. Я не виноват, что так произошло. Так, вот это вроде кузнец. Может, он мне сможет починить мой щит. Починка. Так, корона мертвецов. Доспех воров. Тяжелый меч. Тяжелый меч. А что ты этот щит не можешь? Выйти. Инвентарь. Череполом. Не можешь починить? Wow, what can I do for you? Починка. Так это вообще плохо. Покупка артефактов. Покупка вещей. Рвань, грубая кожанка, тесак. Топор, топорик, охотничий лук. А, покупка, продажа. Могу тебе типа что-то продать, да? Тяжелый меч вот этот. Да, продать. Так, зубчатый меч. Зубчатый меч, плюс один урона. Могу продать. Не. Все, выйти. Выход. А кто мне может опознать вещи? Опознать предмет. Тяжелый меч. Опознать. Окей. И что это мне дает? Плюс 40 радиус света, он такой себе. Ни о чем. Я ожидал большего от вас. От ваших опознаний. Покупка. 150. Да.
Вот так. Надо искать себе новый щит. Потому что этот что-то барахлит и лечиться не хочет. Нас такое не устраивает. От слова совсем. Диньк. Вот тебе сразу надо меня бить, да? Козлина. А это кто еще такой? Да удар ты его хоть раз. Алле. Что происходит? Че это за нечисть? Сюда иди, сказал. Больно все бьются. Это все из-за щита моего. Точнее, из-за его отсутствия. Лук упал. Я очень рад. Так, ладно, ребята, на этом серию закончим. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, оставьте комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.